Это новости на канале ФКТ. В студии Ольга Десятова. Здравствуйте и смотрите сегодня. Забег на сочинскую милю, вручение паспортов и город мастеров. Все это в честь праздника. В Сочи отметили День России. Князь Владимир покинул Сочи. Круизный лайнер отправился в первое путешествие вдоль побережья. Больше гальки для лежаков, меньше стройку моря. Глава Сочи проинспектировал пляжи на Мамайке. В память о русском соловье 125-летие со дня рождения Валерии Барсовой отметили сегодня в музее ее имени. В Краснодаре чествовали выдающихся жителей края. Вениамин Кондратьев вручил региональные награды кубанцам. В Екатерининском зале люди абсолютно разных профессий, ученые, аграрии, руководители небольших поселений. Каждый в своем деле добился больших результатов. Вы творите современную историю нашего Краснодарского края. Показываете подрастающему поколению, что настоящий патриотизм не в громких словах, не в шествиях, не в протестах или каких-то требованиях, а в каждодневной работе. Мы сегодня находимся в таком временном промежутке, когда делаем мы должны сегодня, объединившись все вместе, сохранить вот эту самую стабильность социальную, политическую, конечно, экономическую. Мы обязаны быть вместе и хранить наше единство. И только в этом случае мы сможем сделать наш край более процветающим, а нашу страну еще более сильной. В числе первых губернатор отметил митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Духовному настоятелю региона Вениамин Кондратьев вручил медаль Героя труда Кубани. Такие же награды получили еще несколько человек. Хазрет Савмен за укрепление дружбы и сотрудничества Краснодарского края и Адыгеи. За успехи в обеспечении защиты населения от ЧС Борис Глебов. Он 6 лет возглавлял Министерство гражданской обороны региона. А благодаря труду ученых под руководством Евгения Харитонова Кубань смогла взять легендарный рубеж – 1 000 000 тонн риса. Эта высокая награда не только лично относится ко мне, но и труженикам, специалистам, руководителям Курганинского района, Лабинского района, рисоводческой отрасли Кубани. Я также искренне благодарен своей семье, которая создавала все условия для моей плодотворной работы. После награждения лауреаты смогли пообщаться в неформальной обстановке. Церемония по традиции завершилась бокалом шампанского. Ну а накануне вся страна отмечала государственный праздник. С Днем России всех собравшихся на площади в Краснодаре поздравил глава региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, что этот праздник особенный и сила России и Кубани в единстве. День России – особый праздник. Потому что с каждым годом мы все сильнее понимаем, как много Россия значит для нас. И как много мы значим для России. Россия – это там, где наша история, где наша родословная. Есть строчки одной песни. Я, ты, он, она, вместе целая страна. И на самом деле страна будет целой, если вместе будем он и она, я и ты. Только тогда, когда мы будем едины, когда мы будем вместе, мы можем построить процветающую Кубань и сильную Россию. Молодые граждане России, которым исполнилось 14 лет, из рук губернатора получили свой первый взрослый документ – паспорт. Но Сочи тоже вместе со всей страной отметил День России – один из самых молодых государственных праздников. На курорте с размахом прошла целая серия праздничных мероприятий. А началось все с легкоатлетического кросса «Сочинская миля». Продолжит Инга Габешия.
Отмечать День России начали с самого утра. Праздничное настроение задали самые активные и спортивные сочинцы. Десятки горожан приняли участие в легкоатлетическом кроссе. Сочинская миля пролегала по улице Новогинской. Бежали как дети, так и взрослые, только разные дистанции. Кто-то 500 метров, а кто и 6500. Для нас это замечательная погода, отличное настроение, спорт. Спорт – это жизнь, поэтому мы здесь. Регулярно занимаемся. Все серьезно. Основные же гуляния в честь Дня Российской Федерации прошли на площади Южного Мола. Здесь работала выставка мастеров прикладного искусства. Прошел галоконцерт победителей городского конкурса детского творчества. А уже вечером здесь же стартовал большой праздничный концерт. Давай, Россия, давай, 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 красиво, давай, давай. Украшали сцену творческие коллективы города и края. А сама площадь заполнилась не только сочинцами, но и гостями курорта. Сюда они пришли целыми семьями, решив отметить День России сообща. К тому же один из главных государственных праздников был объявлен выходным. Для нас День России – это гордость за нашу родину и за то, что многоционально, и за то, что мы живем в таком чудесном городе Сочи. Мы гордимся нашей Россией. Это гордость за страну, в которой я живу. Это мир и счастье моим детям и внукам. Потому что светлое небо над головой. И есть уверенность в завтрашнем дне. Я очень горжусь нашей страной. Да всеми людьми, кто живет у нас. А какой у нас город? Самый лучший в мире. Это непередаваемое ощущение позитива, гордость за всех наших людей, за то, что у нас такая красивая природа, что мы здесь на таком красивом месте собрались. 12 июня – это не День независимости, как считают некоторые. 12 июня можно уверенно назвать днем рождения Российской Федерации. В этот день, в 1990 году, была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В те смутные времена, предшествующие окончательному распаду Советского Союза, юное государство начинало свой новый путь, оставив за собой статус многонациональной страны. О том, что смысл торжества, в том числе и в национальном единстве, на празднике говорил и глава города Сочи. Анатолий Пахомов. Приятно, что здесь сегодня собрались представители национальных культурных объединений нашего города-курорта. Русские, грузины, армяне, греки, белорусы, эстонцы и многие-многие другие. В нашем городе проживает более 120 национальностей. И тем не менее, для всех нас есть один общий знаменатель. Мы сочинцы. Мы любим наш город, мы любим нашу страну, мы трудимся для того, чтобы сделать Сочи еще лучше и краше. И у нас обязательно получится. С праздником, дорогие сочинцы, с праздником, россияне, мира вам, добра! Счастья и здоровья! В этот же день в Сочи стало еще больше россиян. В День России первые паспорта юным гражданам страны вручил мэр города. Это настоящий праздник, что мне вручили сегодня паспорт. Это очень почетно. Я очень рада, я горжусь тем, что я гражданин России. Я навсегда запомню то, что я получила паспорт в день рождения своей страны. Вместе одна страна, подними руки к небу до синего дна. Славим Россию во все времена, вместе одна страна. Инга Габеша, Михаил Дубинин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Всем в объезд. Улица Новороссийская в Краснодаре закрыта для автомобилистов. Неудобства временные. Там начался ремонт дорожного полотна. На улице уже сняли старый асфальт. Рабочие планируют заменить не только покрытие, но и ливневую канализацию и тротуары. Кроме того, проезжая часть будет шире. Вместо двух полос станет четыре. Первоначально участок будет ограничен у нас от улицы Васнецова до улицы Селезнева. Это в первую очередь будет, где будет устроена у нас, как я уже говорил, ливневая канализация. Поэтому нам приходится сегодня закрывать движение. А в дальнейшем будет закрыто от улицы Селезнева до Шевченко. Все будет зависеть от нашего производителя работ. Будем максимально сжатые сроки.
Реконструируют около 2 километров дороги. На это из бюджета региона выделили более 300 миллионов рублей. Такое решение было принято во время очередного объезда главы региона по самым проблемным улицам Краснодара. От жителей краевой столицы Вениамину Кондратьеву поступало много жалоб именно на состояние улиц Новороссийской и Тургенева. По поручению губернатора на ремонт этих и других дорог города выделена беспрецедентная сумма – более 3,5 миллиардов рублей. А в Сочи на выходных дороги стали опасным объектом. На курорте произошел целый ряд аварий. В Лазаревском районе на пешеходном переходе автобус сбил 39-летнюю сочинку. Ее госпитализировали, но от полученных травм женщина скончалась в больнице. А 11 июня утром на курортном проспекте рядом со стадионом произошло еще одно ДТП. Как пишут очевидцы на одном из городских интернет-порталов, внедорожник повис на бетонном отбойнике, отделяющем дорогу и пешеходную часть. Причем отбойник сыграл положительную роль, ведь внизу под мостом железная дорога. Ну и еще одна авария произошла сегодня в центре города. Как сообщает портал sochi.com, ДТП случилось в 2 часа ночи на курортном проспекте. На видео с регистратора заметна иномарка, разбитая в результате столкновения с машиной дорожной службы. Скорее всего, это результат неудачного перестроения. И еще один сочинский водитель чудом выжил после столкновения с забором. ДТП произошло в Красной Поляне. Очевидец выложил в социальные сети фотографии с места ДТП, где машину насквозь прошило металлическое дорожное ограждение. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в забор. Водитель, который находился внутри, чудом не пострадал. По сведениям очевидцев, он получил лишь легкие ссадины. Что стало причиной инцидента, не сообщается. Сочинские спасатели оказали помощь туристам в горах. Накануне они вместе с адыгейскими коллегами эвакуировали из большого афиштинского ледника мужчину с переломом ноги. Сообщение о происшествии поступило от дежурного кавказского заповедника по каналу радиосвязи. На него вышли туристы, совершавшие восхождение на Афишт. Они сообщили, что на леднике находится мужчина, который в результате падения получил перелом ноги. Группа спасателей пешком выдвинулась к пострадавшему 33-летнему жителю Краснодара. Также на помощь туристу вышли спортсмены, находящиеся в это время на приюте Фишт. Пострадавшему оказали доврачебную помощь, после чего было решено эвакуировать мужчину вертолетом. Сотрудники МЧС на носилках транспортировали пострадавшего на борт и доставили на базу в Сочи. Там спасатели передали туриста врачам скорой помощи. Кроме того, помощь спасателей потребовалась туристу в районе горы Ачишхо. Звонившая в спасотряд женщина сообщила, что во время подъема на хребет ее муж попал на скальный участок и самостоятельно выбраться оттуда не может. Спасатели при помощи альпснаряжения эвакуировали 47-летнего туриста в безопасное место. Затем семейную пару, приехавшую в Сочи из Рязани, вывезли в поселок Красная Поляна. Медицинская помощь мужчине не потребовалась. К другим новостям. В первый пассажирский рейс по Черному морю за последние несколько десятилетий из порта Сочи отправился круизный лайнер «Князь Владимир». По пути следования в Крым он сделает несколько остановок в портах побережья. Рената Шипулина с подробностями. Судно, первоначально носившее имя «Ройстар», постройки 1971 года, нынешнее название «Князь Владимир» получило не случайно. С именем князя связано множество исторических мест на Черноморском побережье, вдоль которого и проходит маршрут. После проведенной модернизации это плавучий отель, оборудованный бассейнами, ресторанами, кинотеатром, концертной площадкой, спа-зоной. В первую очередь мы занимались вопросами безопасности и навигации. Да? На судне мы полностью заменили систему радионавигации, систему безопасности, систему для безопасного мореплавания, потому что это в первую очередь было необходимо и по требованиям регистра, которого мы предъявляли судно, ну и сами мы должны предоставлять услуги безопасные. Перед первой круизной навигацией лайнер прошел тестовый рейс без пассажиров. «Князь Владимир» – первый теплоход такого размера в России, больше 140 метров в длину. На борту судна могут разместиться 800 пассажиров и 250 членов экипажа. Для самых маленьких туристов есть отдельные игровые комнаты с ежедневной анимационной программой. Существует 300 номеров здесь на борту, 300 кают разного класса. На 3 звезды у нас вполне класс соответствует и по питанию, и по проживанию. Стоимость недельного круиза от 25 тысяч рублей, и сумма может меняться в зависимости от сезона и класса каюты. К слову, переходы из порта в порт будут проводиться в ночное время. День для отдыха и знакомства с городами. В этих круизах у нас большую скорость давать не будем, переходы маленькие.
в зависимости от перехода от 6 до 14 узлов у нас будет обеспечена скорость. Успокоители, качки на борту есть для комфорта пассажиров. Это выдвигаются из теплохода крылья под водой, и они в зависимости от качки ее качают. На данный момент у нас на сегодняшний день 239 человек, и мы дозагружаемся, это процент у нас на сегодняшний день составляет 40%. И мы дозагружаемся в каждом порту, уже у нас дозагрузка идет там где-то по 60, по 50 человек. Лайнер сможет эффективно работать на Черноморской линии с конца апреля до середины октября. А его первые пассажиры в ожидании подъема на борт девятипалубного судна. Смотрел круиз по Байкалу и высветился круиз по Черному морю. То, что там Владимир Владимирович обещал когда-то, я вспомнил, вот и решился все-таки попробовать. Интересно, конечно, любопытно посмотреть, потому что много говорят, а когда сам увидишь своими глазами, намного интереснее. Каждое воскресенье князь Владимир будет отправляться из порта курортной столицы. В понедельник он будет в Новороссийске, затем Ялта и Севастополь, после чего напрямую круизный лайнер будет возвращаться в порт Сочи. Туристы смогут присоединиться к круизу в любом из городов. Ожидается, что в ближайшее время в списке остановок появится Стамбул. Рената Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Пляжи микрорайона Мамайка сегодня проинспектировал глава города. Замечания к работе арендаторов зон отдыха у мэра остаются. И это несмотря на то, что пляжная полоса в этом году значительно преобразилась. К состоянию нескольких пляжей на Мамайке у градоначальника возникли определенные претензии. Где-то нужно освободить проходы, а где-то и вовсе убрать объекты, установленные с нарушением. Необходимо навести порядок и на стройках, ведущихся в прибрежной зоне. Мы ставим задачу в этом году действительно, чтобы все до единого пляжные территории соответствовали самым высоким оценкам качества. Мы видим и другая задача, что городская среда буквально перед подходами к пляжным территориям не очень ухожена. Из застроек. Все вот строительные объекты должны быть законсервированы. Естественно, что территории, прилегающие к ним, должны быть благоустроены и радовать глаз наших отдыхающих. Впрочем, еще несколько лет назад на пляже санатория «Фазотрон» практически не было береговой полосы. За зимний период ее вымывало. В этом году арендаторы завезли больше галечного камня и провели отсыпку территорий. Завезли много, хорошо завезли. Но планировать уже туда, чтобы он пошире был. Но даже то, что сделано сегодня, оценили и гости курорта, и местные жители, которые помнят, в каком состоянии эти пляжи были до нынешнего сезона. В отвратительном, в очень плохом. Сейчас это чудо. Я чувствую, вот я, как будто я нахожусь в Европе. На исправление всех недочетов, в частности на пляжных территориях, глава города дал неделю. Усилить работу необходимо и в части благоустройства и санитарного состояния микрорайона Мамайка. Рената Шипулина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Сегодня исполняется 125 лет со дня рождения народной артистки СССР Валерии Барсовой. Вот уже 70 лет, как в нашем городе, существует музей имени советской оперной певицы. Он открылся на ее даче, где она прожила 20 лет. И сегодня там принимали гостей. В Сочи Барсова приехала, попрощавшись с Большим театром. Именно здесь, на улице Черноморской, она и построила дачу с намерением открыть оперно-вокальную студию. Все 20 лет Валерия Владимировна принимала активное участие в общественной и культурной жизни курорта, одновременно занимаясь педагогической деятельностью. Ее частыми гостями здесь были друзья, коллеги, ученики Уланова, Козловский, Утесов. Традициям в этом доме не изменяют и сегодня. На юбилей русского соловья пришли музыканты и почитатели ее таланта. Если раньше дача Барсова считалась светской гостиной, то сегодня музей называют культурным центром города. Ее историю бережно хранят сотрудники дачи музея. Вот я здесь уже 20 лет работаю, и раньше я просто о ней рассказывала биографию ее, ну, в хронологическом порядке, как она родилась, как она училась. Но с возрастом и со временем вот осознаешь совсем другое, переосмысливаешь ее жизнь. Она всегда была артисткой, всегда пела и при Ленине, и при Сталине, и при Хрущеве, и еще в царское время она 25 лет жила. Вот, то есть она это просто образец для подражания, наверное, для многих людей, потому что она себя сохранила. Ее жизнь – это пример мудрого отношения к своему таланту и к своей судьбе. Сегодня гости дачи музея Барсовой вспоминали не только годы жизни певицы в Сочи,
Сочи, но и перелистали страницы ее репертуара. Концертные выступления оперной певицы отличались не только свежестью, но и продуманностью программ. Она систематически предпринимала своеобразные раскопки среди сочинений авторов разных веков и стран. От Баха, Генделя и Моцарта до Дюбесси, Равеля и Стравинского. В концертных программах Барсовой практически исчерпывающе была представлена русская вокальная лирика. Произведения Глинки, Даргомышского, Балакирева, Бородина, Мусоргского. А сегодня музыкальное приношение от артистов Сочинской филармонии. 125 лет со дня рождения Валерии Владимировны, 70 лет этому зданию, 50 лет, как это здание было завещено городу, людям. Такие вот очень хорошие даты. И то, что сегодня собралось такое количество посетителей, такое количество почитателей таланта Валерии Владимировны, это, конечно, о многом говорит, потому что мы знаем, что искусство, настоящее искусство, оно вечно. Следующая дата, которую здесь отметят, это День памяти Валерии Барсовой. Из жизни она ушла в Сочи 13 декабря 1967 года. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Светлана Хоркина учится в Сочи. Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, а ныне первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина повышает квалификацию в Российском международном олимпийском университете. Светлана Хоркина вместе с другими слушателями РМО занимается по программе «Менеджмент и маркетинг в массовом спорте». Она разработана по заказу Олимпийского комитета России. И сегодня в аудиториях те, кто вчера еще покорял олимпийские высоты. В Сочи выдающаяся российская гимнастка приезжает с детства. Здесь проходили спортивные сборы. Затем Светлана Хоркина вернулась сюда в качестве посла Олимпийских игр 2014, организатора Всемирных военных игр, а сейчас является послом Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На студенческой скамье двукратная олимпийская чемпионка совсем не из любопытства. Олимпийский университет вышел на второе место в Европе после FIFA мастер по образовательным программам в спортивном менеджменте. Я просто счастлива сегодня со своими коллегами учиться и постоянно стремиться к полноте знаний в индустрии спорта, потому что мне кажется, имея такой опыт проведения Олимпийских игр, который лучший в мире признан и вряд ли кто повторит, имея такие традиции в спорте, ну ни одна страна, наверное, не может похвастаться количеством олимпийских чемпионов в этой стране, легендарными причем. В связи с санкциями и международным давлением на российский спорт появились новые обучающие программы – международно-правовая и спортивная дипломатия. И ясно совершенно, что баталии, которые шли перед Рио-де-Жанейро, перед Пхенчангом, вряд ли закончатся. Соответственно, нужны специалисты, которые на международной арене отставили бы интересы наших спортсменов и дали бы возможность тренерам и спортсменам заниматься своим непосредственным делом и поменьше тратить нервной энергии. Слушателями становятся и представители федерации по всем видам спорта, преподаватели спортивных вузов, бывшие спортсмены, директора детских спортшкол. Повышение квалификации за 2016 и 2017 год получили 500 человек из 40 регионов. В этом году впервые приехали на обучение в Сочи и слушатели из Иркутской области, Карачаево-Черкесии и Алтайского края. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Вторая смена детского тренировочного лагеря футбольного клуба «Ювентус» открылась в Сочи. Площадка та же, отель «Весна». Здесь уже второй год подряд тренеры одного из самых титулованных клубов Италии учат юных российских футболистов по уникальной методике. На открытии смены побывала наша съемочная группа. Открытие очередной смены детского тренировочного лагеря футбольного клуба «Ювентус» для этих ребят стало большим праздником. Для того, чтобы потренироваться у наставников одного из лучших клубов мира, в сочинский отель «Весна» приехали юные спортсмены со всей страны. С этой площадкой «Ювентус» сотрудничает уже второй год, и количество желающих присоединиться к лагерю, где обучают по уникальным методикам, становится все больше. Это новая методика для «Ювентуса», одна из новейших в мире. Сегодня мы начали работать в так называемой зоне 1, то есть начали строить игру. Для нас это очень важно – отрабатывать каждый мяч, учиться делать короткие, а не длинные пасы. Это очень важно для игры. Сегодня в футбольном лагере провели открытую тренировку. Понаблюдать за ее ходом могли не только журналисты, но и
родители ребят. Сегодня дети работали в небольших группах. В каждой российский и итальянский тренер. Внимание уделяют каждому. И даже языковой барьер не мешает. Все говорят на одном языке – спорта и футбола. Как признаются тренеры Ювентуса, российские ребята, ученики благодарны. Работать с ними интересно, а главное – виден результат. Они на хорошем пути, они мне очень нравятся. Я второй раз в России, мне нравятся эти игроки. Для нас очень важно научить их всем правилам, ведь они игроки Ювентуса, раз носят футболки нашего клуба. А значит, должны быть на уровне. Они должны уважать правила и выкладываться на тренировки. Вторая смена лагеря футбольного клуба «Ювентус» рассчитана на неделю. А уже 19 июня лагерь отправится в Майкоп. Туда он приедет впервые. Ну а все юные футболисты, участники второй смены лагеря в Сочи, по окончании программы обучения получат сертификаты о прохождении курса и сувениры от футбольного клуба «Ювентус». Инга Габеша, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Ну и в завершении выпуска информация от партнеров программы. Стоматология Скаковский работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире.